Привет, ребятушки, сегодня мы рассмотрим Гипси Денджера по первому фильму «Тихоокеанский рубеж». Справа вы видите, недавно вышла только фигурка Diamond Select. Diamond Select у нас размером 19-20 сантиметров, а копия Neki, вы видите слева, она на 1 сантиметр меньше. Сейчас только такие две фигурки продаются. Здесь еще, конечно, более дешевые китайские версии, но они стоят не намного дешевле, потому лучше что выбирать из этого. Разница у них в полтора раза. Сейчас где-то... Вот, и давайте рассмотрим, что там в коробке, какие аксессуары и стоит ли переплата. Вот такое количество аксессуаров, вы видите. У копии Neki намного больше аксессуаров. Здесь у нас и две пилы, два меча. Здесь всего лишь один меч. Есть вот такое вот пламя, две пушки. Здесь одна только пушка. Кисти одинаковое количество, то есть открытые, вот, и вот, есть закрытые, тут также есть открытые, и вот закрытые. Вот так фигурки выглядят рядом, поменял им одинаковые кисти, чтобы сравнить. Видите, первое, что бросается в глаза, это клевый такой цвет раскраски, металлик у Diamond Select. Если у копии Neki это такой матовый цвет. То есть это в массе крашеный пластик. То есть здесь у нас сверху пластик покрыт, видите, таким вот блестящим. Такой блестящей краской. Фигурки совсем чуть-чуть отличаются по росту. Вот так вот фигурки отличаются сзади. Давайте рассмотрим отличия. Первую мы рассмотрим фигурку, копию Neki. Это вполне неплохо сделанная фигурка на четверочку. С минусом может быть нормальная окрашенная фигурка. Есть, конечно, такие вот нюансы. Здесь не очень аккуратно сделано. Но вполне неплохо. Единственный минус этой фигурки, у нее очень хлипкие суставы. Они не распадаются, но немного болтается. Это была проблема с фигуркой Diamond Select по второму фильму. Немного хотелось бы более жесткие суставы. Это прям мягенькие такие. Так вот загибается. Руки здесь чуть-чуть получше суставы. Меняются кисти вполне нормально. Не сломаете. В запасе есть одна штучка такая, на которую крепится кисть. Не, две даже. Так что сломаете, сможете починить. Фигурка Diamond Select. У нее суставы намного более такие жесткие. Уже, как я говорил, исправили недостаток прошлой версии, когда были очень хлипкие суставы и прям болталось. Тут сейчас ничего не болтается. Сустав, вот видите, хорошо, очень проработан. Здесь прям тугой такой сустав. Смотрите, как отличаются суставы. Проработка, конечно, все очень качественная, покраска качественная, но на то он оригинал. Смотрите, как пальцы высококачественно сделаны. Покраска классная. Минус, что нет световых эффектов, как у копии. Но копии, они такие световые эффекты
позже покажу. Они включаются. Видите, как все качественно сделано. Красиво, прям для поклонника фильма. Все четенько. Артикуляция, кстати, руку в сторону не вывернешь, только вперед, назад и в локтях. Здесь менее аккуратно сделано. Такой выгиб большой. Ныки. Видите, какой пресс здесь. Так вот сбоку выглядит. Здесь насколько все аккуратненько сделано, видите. Голова так побольше, значительно. Хотя все на сантиметр больше. Видите, как здесь тоже аккуратно так все проработано. Чуть-чуть отличается, чем здесь сделано, видите. Здесь такой выем. Здесь он поменьше. Видите, как руки отличаются тоже здесь, более рифленая такая поверхность. Здесь гладенькая. Здесь дальше тоже идет более больше фактуры. Копии более грубовато все сделано. А не скажу, что копия плохая фигурка. Но сделано все. Видно, что неаккуратно. Видите, здесь еще отличается. Вот здесь у нас коричневая, а копия здесь синяя. Ну и сами головы. Так вот выглядит копия, видите, с пилами. Жалко очень, что оригинала нет этих пил. Сравни пушки, которые идут в комплекте. Видите, насколько оригинал прикольнее сделан. То есть тут четкий треугольник. А здесь какой-то странный такой. Копии почему-то. Видите, одна пушка такая. А другая чуть-чуть по-другому сделана. Ну не очень аккуратно, на троечку так сделано. Давайте рассмотрим эту одну. Сравним. Вот видите, как у оригинала. Все так четенько, аккуратненько сделано. И у копии немного так расплывчато все. Здесь у нас концевик такой серебряный. А здесь почему-то он синий. Здесь такие серебряные, здесь тоже синий. Здесь прогиб такой. Рассмотрим еще мечи. Вытаскивать отсюда не стал, потому что не знаю, по-моему, она не снимается. Вот видите, какой клевый меч у оригинала, прям такой заточенный. Как будто стальной. Ну вот у копия такой жиденький. Видите, насколько он меньше. Хотя по длине такой же самый. Чуть кривенько, видите, нарисован. Здесь идет прям так вверх. Здесь у нас все ровненько. Рассмотрим еще суставы. Видите, руки одеваются на такой вот кругляшок. А у оригинала руки надеваются на такой вот штекер.
Копия Nike выглядит с двумя пушками. Такие вот пушки рядом в сравнении. Так, ну и рассмотрим, как меняются здесь у нас батарейки. Вот видите, такая штучка есть, которая включается. Вы ее поворачиваете. Раз. И назад вставляете. Вот так вот, таким дедовским способом будет включаться свет. О, смотрите, какой классный реактор. Но это еще не все. У нас есть такое пламя. Но это также еще не все. Пламя тоже может светиться. У него есть свой свет. Видали? Зачем было два делать, не пойму, подсветки. Это, наверное, эта подсветка нужна, когда вы вставляете пламя. А если вы хотите... Ой. Так просто вот с таким горящим реактором, то только это освещение. Это, конечно, лучше через ничего, но вот это каждый раз его разбирать, чтобы включать, не очень, конечно. И насколько батареи хватит, тоже неизвестно. Так вот выглядит свет в пламени. Тоже, конечно, прикольно. По аксессуарам, конечно, он прям дает фору оригинал. Ну что, какой вам робот больше нравится? Сам Demon Select, сам робот намного лучше, но количество аксессуаров у копии, конечно, подкупает. Напишите, что для вас важнее, качество самого робота или куча-куча аксессуаров. На этом обзор магазина Книга Раз закончен. Пока, до новых видео.